Прием документов для поступления в ВУЗ специалисты приемной комиссии ведут по всем санитарным правилам. В этом году в единственном университете нашего города сможет учиться на 200 человек больше обычного. На все специальности выделено более 800 бюджетных мест. Причем в Бийске обучаются не только жители Наукограда и соседних районов. К нам едут из разных городов России – Сочи, Тывы, Екатеринбурга – и даже из других стран – Казахстана, Киргизии и Туркменистана. Документы подаются онлайн на официальном сайте нашего университета в разделе «Абитуриент». Подать документы уже сейчас могут те ребята, которые закончили колледжи или школу в прошлые года. Школьникам повезло. Результаты ЕГЭ действительны 5 лет. Поэтому принимать документы онлайн начали уже с середины апреля. Немногие знают, но набрать дополнительные баллы можно благодаря своим школьным достижениям. Победы во всероссийских и международных конкурсах за последние 4 года, волонтерская работа, золотой значок ГТО. Зачастую ребята обращаются в приемную комиссию, но не заявляют о своих достижениях. Поэтому мы с каждым индивидуально проговариваем их ситуацию. Конечно же, иногда один балл решает, станете вы студентом или нет, а уже 10 баллов подавно. Добавим, что теперь в Бийском ВУЗе готовят не только учителей. Самый большой конкурс ожидается на такие специальности, как землеустройство и кадастр, государственное и муниципальное управление, логопедия и китайский язык. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, «Будни».